Итак, чего же ждать от саммита организации тюркских государств в Самарканде? Мы спросим у нашего гостя. Это глава общественного фонда Кыргызстана Телетмак АК Телек Усупов. Он у нас на прямой связи. Здравствуйте, господин Усупов. Здравствуйте. Ну вот, говоря о значимости саммита, как вы считаете, какую роль он играет в международном сообществе? Этот саммит, который будет проходить сейчас, является отправной точкой для создания новых связей. Мы сейчас видим, как старые связи рушатся, и у нас образовываются новые связи. Тюркоязычных стран объединяет не только язык и культура, и религия, да, и нас еще объединяет общее на постсоветском пространстве, общее прошлое, это Советский Союз. Поэтому у нас еще есть русский язык, где используется во всех бывших советских республиках. И наш тюркский язык тоже используется повсеместно. Поэтому здесь сейчас вот будут образовываться новые взаимосвязи со всеми государствами, которые захотят сотрудничать с тюркоязычными государствами. И я думаю, это будет хорошее такое подспорье для России и для Китая, когда тюркоязычные государства начнут объединяться вместе с Россией, с Китаем и вот западными странами, те, которые действительно хотят новые связи, новые защиты, потому что очень много вызовов на сегодняшний день. Mm-hmm. Это энергетическая безопасность, это и просто безопасность государств стоит. И если мы будем совместными усилиями на политическом, на экономическом и социальном уровне решать совместно все общие задачи, которые выпадают на нас, я думаю, это только будет объединительный такой эффект. От этого, от объединения и дружбы выиграют все абсолютно государства. Вот страны тюркского мира, объединенные в организацию тюркских государств, находятся в целом в эпицентре геополитических процессов. Как вы думаете, какую роль они играют именно в обеспечении глобальной стабильности? Ну, я считаю, что сейчас наступает кульминационный момент, где тюркские государства, объединившись, они не будут уже строить, как раньше, вот, османское государство или что-то наподобие такого. Сейчас уже будет новое, более современные связи такие, более интеллигентные, более уважительные и более такие взаимовыгодные условия для каждого государства, которое будет именно сотрудничать в этом проекте. Ну, спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, нашим гостем был глава общественного фонда Кыргызстана Телетмак АК, это Телек Усупов.